В продолжение темы. Первая команда призывников из Санкт-Петербурга прибыла на Северный флот. В ближайшее время молодые петербуржцы пройдут приемно-техническую медицинскую комиссию на степень годности к военной службе в пункте приема и распределения военнослужащих в Североморске. Новобранцам предстоит прослужить один год в береговых частях флота. В основном они будут распределены в мотострелковые подразделения, авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения. Самые здоровые, подготовленные призывники могут попасть в морскую пехоту. Всего в ходе весенней призывной кампании этого года Северный флот пополнит более 2500 военнослужащих по призыву. Из них более 800 человек будут призваны из Мурманской и Архангельской областей. А всего в этих регионах военкоматы планируют призвать около 2000 молодых людей. Часть из них будут направлены на трехмесячную подготовку в учебный центр ВМФ в Северодвинске для получения военно-морской специальности и затем распределены на флот.